Это что такое? Это что, чья-то дурацкая шутка? Дан, ты тоже неправильно держал карту. Да все правильно, не наезжайте на меня. По-любому это чья-то шутка. Это моя шутка. Всем привет. Сеня? Это еще кто такой? Позвольте представить, Арсений, победитель городской олимпиады. Дважды. Слышишь, что я лепить? Это что за шутки? Где лагерь? Я вам покажу, только если вы приведете меня туда без приглашения. Обалдел! У нас у всех по одному приглашению, так что до свидос, мы сами найдем. Не получится. Получится еще как, очкарик. Я пошел. Эй, ты че, как так-то? Ты как тут появился? Да как ты это делаешь? Только я знаю, где вход в лагерь, блогер. А ну посторонись, я сейчас буду бить ученый. Не надо, у меня для вас выгодное предложение. Кто сможет провести меня в лагерь, получит вот. Дружище, чё ж ты раньше сказал, что в лагерь ходишь? Я сказал. Ты просто все так по-научному говоришь и непонятно. Пошли скорее, я проведу в лагерь. Быстрее. Эй, Макс, закатай куку, деньги будут мои. Я тоже хочу денег. Мои! Ну вот вход. Зачем тебе мы? Стоять! Это страж. И именно он меня не пускает без приглашения. Слушай, давай я тебе продам приглашение в лагерь. Держи. Ух ты, давай. Что, так можно было, что ли? Вот мое приглашение. Это что такое, а? Наконец-то я попаду в лагерь. Это не ваше приглашение? Нет, но мое, а ну пусти меня. Не сработал, каждое приглашение персональное. Так, народ, расступи, сейчас тетя Диана покажет, как нужно денежку зарабатывать. Так, слушай меня, видишь, вон то чучело, это наш билет туда. Не понимаю. Я из тебя сделаю чучело, девчонку, понятно? Почему девчонку? Девчонка, меньше вопросов, ты понял? Пошли. Возьмем мешочек, немного соломы. Готово! Испанский стыд. Это что такое? Вот твое приглашение. Знаю, я привела новенькую в лагерь. Ага. Прокатила? Наверное. Ну мы пошли, да? Выходи за меня, о прекрасная! Как только я увидел твою торчащую солому, я сразу влюбился в тебя. Пошли скорее со мной, будем жить на сеновале. Девчонки такие капризные, ну я пошла. Пойдем, мне сидеть получше. Не-не-не-не, только не девчонки. Вот ты, какой у тебя план? А ты же любишь науку? Ну да. У меня как раз есть научный план. Итак, слушай. Мы сажаем тебя в коробку. Я стою на другом конце трамплина. Прыгаю, и ты прилетаешь через забор Валя. И ты в лагере блогеров. Стоп, а в каком части твоего плана есть наука? Как где? Просчеты. Я-то думал, ты все на лбу будешь делать. Ты за кого меня держишь? Давай, давай, залезай. Давай, давай, все хорошо. А дальше расчеты. Вот так. Бам, вот там. И ты вон там. Ну все, все точно. А, лагерь блогеров, я иду! Где-то я ошибся. Головой ты ошибся. Забор тут, а лист там. Пошлите искать. Пошли. Пошли. А, я тут, снимите меня, я высоты боюсь. А ты зачем туда залез? Ну и как мы теперь Макс, меня батя учил мечи снимать с дерева, я сейчас. Ты, главное, никуда не уходи, мы тебя сейчас снимем. Куда я уйду, балбес? Все, я тут, я искал палку побольше. Ну что, может, теперь я попробую? Я же профессиональный блогер. Я точно знаю, как попасть в лагерь блогеров. Ну хорошо. Во! Что это? Мы сделаем из тебя куклу. Ну все, я пошел. Стой, иди. Да стой ты! Блогеры обожают распаковки. А тут мы им сделаем гигантскую распаковку куклы. Понял? Ну логично все. Хорошо, я согласен. Ну и классно. Вроде площадь виду. Тяжелый такой-то. Стоять! Куда идем? Куда-куда? Везу куклу в лагерь блогеров. Зачем? Как зачем? Ты чё? Для распаковки куклы. Это какой контент? Столько лайков. Не, ну если ты не хочешь, я могу обратно отвести. Ее. Нет, стой. Проходи, конечно. Проходи. Я же говорила, сработает. Блин, какой тяжелый. Подвигайся ты. Ой, упала. Стоп, а откуда у куклы фингал? Ой-ой-ой, испачкалась. Она же пластмассовая. Бежим! Чтобы я вас здесь больше не видел. Ну все, я теперь не попаду в лагерь. Эй! У меня есть одна идейка. Я тут с фабрики игрушек кое-что прихватил. Что? И давно он у тебя? Всю дорогу тащил. Морщины на руках появились. Мы посадим тебя в эту игрушку. Сначала уберем набивной материал. Готово. Теперь осталось это все натянуть на тебя. Жарко. Ну все, пошли. Стоять! Куда идем? В лагерь. А ты кто? Я новая охрана. Привет, коллега. О, коллега! Садись со мной. Нам идти надо. Регистрации там все такое. Ты иди, а мы своим коллегой посидим. У меня тут холодненькая кола есть. Холодная, но почему бы и нет? Стой. Ну так жарко, это так сильно холодненько. Так лучше. Нет! Эй, ну куда мы усидели? Ой. Вкусно? Ах ты жулик! Снова вы! А ну пошли отсюда! Я за что чего не сделал? Ну, еще есть провальные идеи. У меня есть супер идея. Ты что делаешь-то? Мы с тобой сиамские близнецы. Один билет на двоих. Ну, это идея! Во, учитесь как надо! Лузеры. О, охрана. Обед по расписанию. Сладенькое. Ну, а вот тут пирожочечки. А вот тут прям с кремушком. Привет, мы в лагерь. Ну, достали сегодня. Чё за день такой? Давай билет. Отлично. А твой? Чё молчишь? Так мы ж сиамские близнецы. Вот. О, это чё у вас, одно тело и две головы? Офигеть! Ну, проходите, конечно. Первый раз такое вижу. Спасибо, неужели сработало? Конечно, сработало. Это что, пироженка с кремом заварным, с водичкой? Ням. Эй, а где мои сладости? А где моя еда? Я не понял. А ну не с места! Стой, а где твоя вторая голова? Что? Не понял. Эй, это моя еда! Ах ты! Я тебе... Куда собрался? Туда! Ну все, я сам пролезу. Вот до чего парня довели. Иди сюда. Вот мой план будет получше этих лузеров. Не бойся, сейчас ты 100% там будешь. Пошли. Знаю я ваши планы. Куклой был, конечно, отличный план, но это было не трендом. Во! Сейчас что было популярно? Поп-ит. Вот я тебя и спрячу в поп-ите. И правда, это же тренд. Прикольно. А то у меня здесь полная коробка. Ладно, ты тут пока залезай как-нибудь, еще переоденусь. А сейчас, блин, в туалет захотелось. Вдруг там захочу еще. Здравствуйте, вот распишитесь, примите товар. Это что? Это доставка, попыт. У вас же тут лагерь блогеров, тут какие-то челленджи всякие проводят. Вот и заказали. Так, давайте расписывайтесь быстрее, я пошел. Не так быстро. Я проверю. Странная какая-то. Придумывают даже моду. Это попыт. Конечно, попыт. Мне надо еще проверить. Проверю-ка на самом дне. Это... Это чё? Странный какой-то поп-ит. Это какой-то поп-рук какой-то. Ну все, хватит, ты сейчас все лапаешь, мне потом что, было сдавать, что ли? Хорошо. Я забираю. Ребята, не получилось! У меня получилось! Стоп, а что ты здесь забыл? Тебя ждут, в коробку залезть. А кто тогда в коробке был? О, домик для меня. Кто в лагере тогда? Что за место такое светлое? Фу, блин, резину какую-то положили, не следов. Ну все, бесполезно эта вся идея. Вы вот идите, а я потрачу деньги как-то, сам приду. Ну, попыты там куплю. Ладно, пошлите. Ребята, стойте, а эта идея. Мы из него сделаем блогера. И его пропустят. Сделаем его каким-то популярным блогером. Да, что происходит, а? Что носит этот бешеный? Что И всем привет, с вами Влада 4, и сегодня мы будем пробираться в этот лагерь. А можно с вами сфоткаться? Влада 4, можно с вами фоточку, щелки. Давай, щелки. Чего стоим? Проходите, конечно, проходите. Это лагерь. Отойдите все! Я мастер! Не, подожди, сейчас минуты, там сзади. Ты дебил! Натянем. Самое лучшее ателье. Скажи немного. Ага. Ты дурочка! Он же, посмотри! Хотя, если подумать... Бей, Арсения, бей! Бить! Да. Ты что, ты плохая, да? Кто ж такая? Офигеть! Морщины в руках появились. Ой, за нос. Морщины. Прячу в попыте. Почему в попыте? Потому что на 7 полденек не хватило. Гениально. PewDiePie. Скажи всем привет, с вами Арсений В8. Привет, пожалуйста, можно фоточку? Конечно же. Чтобы храбрый всю не рассеять.